Всем привет! Это видео мы снимали на второй день нашего путешествия по Питеру. Первый день, кто не смотрел, обязательно посмотрите, видео уже есть на ютубе. Здесь находится военно-исторический музей артиллерии. Пришли мы в него под закрытие в 5 вечера. У нас было 2 часа, чтобы весь его обойти. Скажу сразу, лучше приходите сюда на целый день, так как есть на что посмотреть. Билет стоит 500 рублей с человека. На территории музея на улице расположено огромное количество техники разных эпох. Но самые интересные экземпляры находятся внутри музея. При входе нужно сдать в гардероб верхнюю одежду, а если вы с портфелем или большой сумкой, ее нужно сдать в камеру хранения. Моя видеокамера села и пришлось снимать частями, на телефон и делать фотографии на свой фотоаппарат. Кстати, делать фотографии здесь можно. В Москве, например, и в большинстве музеев не разрешают делать фотографии и снимать на камеру. В музее представлены разные эпохи, вплоть до современных образцов. Я покажу самые интересные образцы техники, также расскажу про них вкратце. И размещу фото плашек с музея с описанием техники. Вы можете поставить на паузу и почитать более детально про ту или иную технику. Ну а мы начинаем наше путешествие по музею. Перед нами находится 3-фунтовая корабельная пушка образца 1833 года. Музей артиллерии лучше всего идти с самого утра и на целый день, и обязательно мужской компании, а девушкам здесь будет не особо интересно.
Картина «Атака конной гвардии», 13 марта 1814 год. Пистолеты произвольных образцов середины 19 века. А это 12-фунтовая пушка образца 1805 года. Ствол также бронзовый. Дальность стрельбы 1800 метров. Гренадерская шапка образца 1802 года. В 1807 году принадлежала унтер-офицеру Алексею Иванову. В левой части короны следы от французских пуль, пробивших налобник в ходе Фридландского сражения. Остальные отверстия – следы крепления Андреевской звезды и знак отличия за русско-турецкую войну. Шестифунтовая полевая пушка образца 1795 года. Во время войны попало французское ядро, образовав большую вмятину, что воспрепятствовало производству выстрела и разрядке оружия. В стволе до сих пор находится ядро от заряда. А это эспонтоны пехотных офицеров конца 18 века.
А это парадная колесница артиллерийского знамени. Колесница предназначалась для вывоза артиллерийского знамени во время парадов и торжественных церемоний. А это чудо техники — трехфунтовая 44-ствольная мортирная батарейная система. К сожалению, массового распространения подобная батарея не получила. А это фляга с мелким порохом для подсыпания на полку оружейного замка. We'll be right back.
Это огромная пушка, масса 7434 килограмма, почти 7,5 тонн. И посмотрите на следующей фотографии, что пушка почти с человеческий рост, она в размерах просто огромная. Это первая русская пушка. Доспехи рыцарей, Германия, вторая половина 16 века. А эти доспехи принадлежали Лжедмитрию I. На территории музея находится кафе. Легендарный пулемет «Максим» образца 1895 года. Вот такую броню пробивает эта огромная пушка.
Бронеавтомобиль «Остин», год выпуска 1916. Чтобы вы понимали размер автомобиля, рост у меня 1,92 м. Это зенитная пушка образца 1931 года. Это корабельный радиопередатчик образца 1938 года, называется «Щука». Это радиостанция автомобильная, фронтовая, образца 1933 года, дальность связи до 700 километров. Зенитный прожектор СССР 1930 год использовался для обнаружения и наведения зенитной артиллерии на цель в темное время суток и при плохой видимости.
Эта огромная конструкция называется звукоулавливатель. СССР, 1930 год.
Сейчас мы перемещаемся во Вторую мировую войну. Это макет Рейхстага. Это немецкий 15-ствольный миномет. Семидесятишестимиллиметровая казематная пушка 1940 года. Посмотрите на дальность стрельбы. Максимальная 7 километров 300 метров. А это 400-миллиметровый немецкий неразорвавшийся снаряд. Масса снаряда 900 килограмм, почти тонна. Таким снарядом противник обстреливал Ленинград. Легендарная боевая машина реактивной артиллерии «Катюша». Дальность стрельбы 8,5 километров. Форма и оружие немцев Второй мировой войны.
Сейчас мы перемещаемся в современный отдел оружия, где будут представлены автоматы Калашникова.
обошли весь музей в быстром темпе за 2 часа. Музей закрывается, а мы выходим на улицу, где также представлен огромный выбор техники разных годов. Давно хотел попасть в музей артиллерии. Одна мечта еще сбылась. Побывал здесь. Знаешь, какие мои впечатления? Музей обалденный, но нужно сюда приходить на целый день. То есть с самого утра, наверное, до самого вечера, либо хотя бы после обеда, потому что очень много экземпляров и очень всяких интересных оружия. То есть разные эпохи, и Первая мировая война, и Вторая мировая. То есть тут очень много есть на что посмотреть, и приходите сюда на целый день. Очень интересно, но в то же время очень мрачно. То есть для меня, например, как бы, ну, очень сильная такая энергетика, война, и эти все экспонаты после войны здесь стоят, и это прям ощущается. То есть чуть-чуть как бы мрачновато. А так, в принципе, интересно погулять, посмотреть. Один раз здесь как бы стоит побывать. И еще тот факт, что я служил в войсках, ракетные войска и артиллерия в 2009-2010 году. Нужно было совпасть, посмотреть это все. Интересно. И, в принципе, когда вы выходите из самого музея, музей вот здесь находится, по правую сторону, большое здание такое. Когда вы выходите, то большое пространство, где представлены экспонаты. То есть танки, гаубицы, техника. Тут, кстати, по правую сторону это разминирование. Для разминирования. И сейчас мы пойдем посмотрим танки. И, в принципе, все. И отправляемся праздновать мой день рождения. Сегодня мне 33 года. Отправляемся в ресторанчик. Сейчас все снимем. Это видео я отдельно сниму, так как, ну, так оно большое, информативное. И плюс того, и еще хотел вам сказать, если вы приходите сюда с техникой, снимать с техникой, берите с собой сразу очень много батареек и с собой, так как не пускают сам музей с портфелем. То есть вы рюкзак сдаете в сейф комнату, ну, то есть там такая маленькая кабинка, туда вы сдали все, и все, что вот вы помещается у вас в руках, и с этим пускают. В моем случае это был фотоаппарат, так как на самом видеокамере у меня села батарейка, я на все сделал на фотоаппарат, но это все объясню в видео, так что будьте готовы, фотографируйте, снимать здесь разрешают. И сейчас мы едем дальше, сейчас я вам покажу танки.